Огромная пробка образовалась сегодня на трассе, ведущей в аэропорт. Движение прекратилось резко сразу на четырех полосах. Тысячи машин встали в обе стороны. Автомобилисты долго гадали, что за масштабная авария могла случиться. Оказалось, виной всему работа подъемного крана. Новую опору для радаров и указателей решили установить в 16 часов дня. Только почему-то не учли время и 30-градусную жару. Застой автомобилей продолжался примерно полтора часа. Маленькие дети в автомобилях наравне со взрослыми изнывали от жары. Недовольным водителям сотрудники дорожной службы признали, что все работы согласованы. Правда, прохладнее от этого в автомобилях не стало. Стараются, делают. Только что вот люди стоят, свое время теряют. Это никому не важно. Ну, стараемся позитивно относиться. Ну, конечно, в глубине души хочется побыстрее уже на море. И вообще вот с детьми, с маленькими стоят. Это же вообще ужас. Я приехал из города Санкт-Петербурга к товарищу на день рождения. Еду с аэропорта. У меня есть ребенок, который 6 лет. Я остановился, у нас не работает кондишн, мы плохо. Отвратительные дороги межрайонов, где просто хочется плакать по сравнению с Санкт-Петербургом.